Из года в год кустанайские спортсмены показывают высокие результаты на спортивных, республиканских и международных соревнованиях. 2022 год не стал исключением. Для достижения высоких результатов работает целая команда единомышленников, руководители, финансисты, тренеры и, конечно же, в первую очередь, наши спортсмены. Благодаря такой сплоченной работе в этом году молодые спортсмены нашей области, будущие олимпийцы, в составе сборных команд нашей страны завоевали медали молодежных и юношеских чемпионатов мира, а также чемпионата Азии. Благодарственными письмами и почетными грамотами сегодня был отмечен ряд спортсменов, достигших высоких результатов в своем деле. Екатерина Алякина занимается тяжелой атлетикой с 12 лет. За 5 лет в спорте она успела стать неоднократной чемпионкой республики среди юниорок. Свое мастерство удалось показать и на международном турнире. Недавно девушка завоевала бронзу чемпионата Азии, который проходил в Ташкенте. Привела меня мама. Я изначально занималась для себя, потом попала в секцию тяжелой атлетики и начала тренироваться вместе с командой. Постепенно начала выезжать на чемпионаты страны, дальше начало получаться больше. Незабываемые ощущения, когда у тебя что-то получается, когда ты побарываешь себя, свои страхи. И вот это самые запоминающиеся минуты. Все присутствующие знают цену наградам, за которыми стоят ежедневные тренировки, травмы и неимоверное количество труда. По словам организаторов мероприятия, достижения наших спортсменов вдохновляют массу людей. Для занятия спортом, глядя на них, юные спортсмены стремятся повторить и превзойти их результаты. При этом победы были бы невозможны без тренеров и работников организации, которые помогают своим подопечным ставить высокие цели и достигать их. Что касается вообще велоспорта, я считаю, что действительно он становится все популярнее и популярнее. Весь Запад был, теперь сегодня мы занимаемся этим, значит, создано велосообщество параллельно с Федерацией велосипедного спорта. У нас большие достижения, но Кустанайская область постоянно в республике, где-то в тройке, в пятерке. Очень много сейчас подготовлено мастеров спорта международного класса, мастеров спорта. Значит, входят в национальную сборную ребята наши. Эти достижения наших молодых спортсменов на республиканских и международных соревнованиях еще не предел, уверены собравшиеся. Свой подарок виновникам торжества преподнесли и творческие коллективы области. Алексей Краснов, Алмаз Байдрахман, РТН.